подходит. Кэм Джуниор. Выбирай, что тебе из них не нравится. Мне нравится? Это точно синяя компания. Наверное, не вовремя. Всем привет, брозеры! Санчиза щена за здание. Я в костюме уборщика. Мы находимся в школе. Пацаны еще не знают, что я залечу к ним на площадку. Обязательно перед просмотром этого топового видео убедитесь, что вы нажали на лайк и подписались на канал. Полетели показывать реальный баскет. Получится? Ну, короче, будем смотреть. Да, конечно. Пацанов много. Это сколько ж после них надо убирать? Я вам не сильно здесь помешаю? Нормально. Обязательно пройтись хорошо надо возле плинтусов. И по центру площадочки тоже пройтись. Саша? Хорошо. Сказал бы, я шорты взял. Да, все нормально. А почему ты сидишь, а команда играет? Не хватает игрока. Ты будешь меняться? Я раньше тоже в баскетбол играл. Пойдешь? Это было давно. Я зайду, не знаю. А меня разве пустят? Говори, попроси. Они все такие большие какие-то. Давай попробуем. По массе, наверное, не пройду. Рост-то позволяет. Сейчас я доубираю, все-таки работа. Что-то никому тут не разлить воду. Ага. Я не сильно вам мешаю, я тут должен убраться сегодня. Сегодня просто приходила ревизия, просто к нам нагрянула проверка. Такое устроили, что это просто капец. Да, ты бы знал. Наверное, не вовремя. Ребят! Ага. Очень важно пройтись возле турника. Классно вы так все играете. Я бы тоже покатал. Я везде мою. Потом поубирать. Я уже говорил вашему сокоманднику, что приходила ревизия, и такое мне взбучку сделала. Мне уйти? Ребята, почему человек сидит? Так важно же будет тогда 3 на 2, может. А ты сможешь зайти? Да не зайти, давай на 2. Мне зайти? Не, ну я раньше играл в баскетбол. Могу попробовать. А ну дай мячик. Инвентарь положу. Я эту швабру сколько чинил. Видишь, скотчем перемотано. Если ее поломаю, я не знаю, что со мной директор что сделает. Надо просто вспомнить, надо вспомнить. Погнали, да, допустим, у нас раз, и они втроем будут. Мы с Саша. Так, Ваня. Саша. Привет. Взаимно. Саша. Ой. А можно тоже попробовать с вами поиграть? А ты умеешь? Фу, нет, тебе будет удобно в том комбинезончике, а? Это нормальный. Скинулись учителя, вместо 13-й зарплаты подарили мне кроссовки. Я хочу их чуть-чуть, так сказать, потестировать. Кого это наш? В защите. В защите? Попекать. Вот, кем-то тут бегать рядом. Я что, опекун? Да, получается. Не, ну я отец, конечно, троих детей, но опекать еще кого-то, это уже сильно большая ноша. Выбирай, кто тебе из них не нравится. Не нравится? Во всех, конечно, не нравится. Возвращайся с ним. С ним? Да. Это по массе, да, вы выбираете? А то только в подсобке тестируем новый сорт, так сказать. Как сказать. Да ладно, ты сыграешь. Саша. Костя. Здравствуйте. Кэм Джуниор. Кэм Джуниор? Да. Санчестер Юнайтед. Здравствуйте, Саша. У меня руки чистые, я их не только мою тряпкой. Ну что, давайте мы втроем. Кто-кто? Втроем. По росту? Да. Давай. По умению. Если ты раньше играл? Ну, я раньше играл, я с физруком играл. Мы после уроков собираемся нормально так. У нас катаем. Тут такой же уровень, так что нормально. Мы сначала здесь катаем, потом в подсобку идем, там тоже катаем.
Брозеры, а сейчас хочу вас попросить одну минуточку вашего времени, чтобы рассказать об одной из лучших трейдинговых платформ в мире. Называется она Pocket Option. Честно говоря, про трейдинг на рынке я знаю очень мало, но всегда было интересно, как это работает изнутри. Первым делом нужно зарегистрироваться, конечно же, на платформе, внести какой-нибудь депозит, после чего открываете вкладку «Социальная торговля», находите из всех трейдеров самого выгодного, первого или второго, но это уже не важно. Ну и после этого просто начинаете за ним повторять. Может быть, со временем вы сами станете опытным трейдером. В конце концов, на Pocket Option это сделать совсем не трудно. Просто следите за графиком, устанавливайте на повышение, на понижение и фиксируйте свой результат. А если вы перейдете по моей ссылке в комментариях под этим роликом или в описании, да еще и воспользуетесь моим промокодом, то вам дадут плюс 60% первому пополнению вашего счета. Так что переходите и пробуйте Pocket Option. А сейчас мы продолжаем смотреть ролик дальше. Let's go. Не быстро со своим! Че, ё-моё, все быстро, надо хотя бы размяться как-то. Защита, защита! Так я ж с ним был! Так я ж был с ним! А где мой? Куда мне вставать? Ты отдыхай, тебе еще пол убирать, постой вот там в сторонке. Ну я же играть буду? Конечно. Не напрягаешь. Давай. Ай, ладно. Плохий темп у вас, конечно. Плохий темп. А ты со мной будешь защищаться? Нет, честно. Добрый момент. Понятно. Пас! Не повелся. Защита. Тебя ж поражать невозможно. Догнать, походу. А можно мне хоть разочек пас получить, да? Уже ждавали тебя. А какие-то, может, комбинации? Нет, пасы? Отдыхай. Все нормально. Я не дед, я еще молодой. Вы здесь постоянно тренируетесь, я так понимаю, да? Ой-ой-ой, даже так? Ставлю здесь, а ты обходи сюда. Входи. Скидывай, скидывай. Ну, можно и так. Ой. Пас, пас. Парк, проиграли. Что скажешь? Надо собраться как-то. Birdie in the clip, drop 100 on his zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crip. I don't say a word, got my fingers to my lip. Yeah, and now I'm he got them double D's, I'm trying to see a nip slip. Make a million while I'm young, it's still RP nip. Came up with a plan and we sticking to the script. Break that thing down, double back and make a flip. Can't show the whole thing, y'all can only get a snip. You ain't gotta wait up on me, yo, my nigga, you could dip. Every album that we drop, they know it's fire, no skip. See us in person, yeah, and now they wanna pick. Yeah, it's ice, so forever, they ain't fucking what I click. All this weight up on my shoulder and I ate it like a chip. Niggas talking about drip, but they really unfit, yeah. I don't care much you pay for your fit, you not lit. Nah, shorty told me put it in, but I said it can't. Villanova, do this for my blood, they won't let you till it's over. They keep watching numbers, got them betting on the over. 19 was a good year, like my name was Barbosa. Keep you up to speed, gotta bring your car closer. Do this in one tape, what the fuck is starred over? Yo, what the fuck is that? That shit sound foreign, like we out in Monte Cristo. А ты говоришь без акцента? Да. Тоже что-то умеешь?
Я понял вас. Да. Все так солнечно в нашей Калифорнии. Есть. Но это уже сухая тряпка. Ну какая тут мера безопасности? Ну где логика? Ну зачем? Ну почему? Ну я не понимаю, почему. Ты вообще кто? Я уборщик в этой школе. Почему ты лезешь на свое дело? Я же на расслабоне, такой напряженный. Я снова. Хорош! Он еще лежал! Хорош! Ё-моё, это ты тащишь всю команду. Подпустили. Это не было нарушением правил с твоей стороны? Что, после тебя стоять просто? Ты в курсе, что помимо швабры надо еще и врага держать? Я понимаю. А знаешь, что хорошего в том, чтобы на тебе умерла проститутка? Второй час бесплатно. Нормально все? Извини, а ты упал на чистый пол. Кстати, да, спасибо тебе. Брос вроде позволяет, но мало. Надо его сверху туда. Сверху? Да, сверху. Покажешь? Да ё-моё. Мне кажется, это все кепка нормально будет. Снять кепку. Да, легче будет, отвечаю. Сразу у вас воздушность появляется. Воздушность? Его... Есть такое слово? Конечно. В баскетболе все. В баскетболе все, да. И Супер Марио. Супер Марио? Да. Не, я просто уборщик. Умеешь срать, не мучай жопу. Слушай, где ты прыгаешь? Может, я тебя накину? Алло? When I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Sent calls, been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast wrecking up the flight now. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Look, look. Pocket rocket in my pocket, please don't make me pop it. All these boys just wanna copy the style, tell them. Я не ожидал, что ты приезжаешь из школы. Очень круто. А через меня? Я просто часто в школе убираю и захожу после уроков, балуюсь. Ну давай. Даже не знаю, давай. Колечко? Ну, типа. Главное, чтоб чьё-то другое колечко не зацепить. Возможно. Это можно. Before I count the M's, always count my blessings. Ты что-то умеешь. Да. Ел просто много черного шоколада. Это точно из скрининг-компании? Партия? Ну, да, да, точно. Спасибо. Новый партия. Ты был плох. Ты был плох. Не факт. Спасибо, парни, что пустили. Спасибо.
Я пойду дальше убирать. Все, тренируйся, тренируйся. Начнете попадать, и к вам еще раз приду. Спасибо тебе за такое сцепление. Спасибо, спасибо, да. Работаю, работаю. Да нет, не пускай. Ты что? А ты точно с синюю компанию? Я, не, просто тут работаю уборщиком. А дома ты на дома убираешь? Я даже не знаю, можем обняться. Да, можешь поменять телефоном. Да, конечно, записываю. Есть на чем записывать? Да, секундочку. Таня! Брозеры, ну что, как вам видос? Как по мне, просто песня. Лайк прожат. Пишите свой фидбэк в комментариях. Был небольшой перерыв, но надеюсь, это никак не повлияло на качество, правда? С вами был Саня. Увидимся в новых крутых видео. Пока. Так, а почему ты в школе работаешь? Так, деньги надо как-то зарабатывать. Ты очень сильный талант, мне кажется, у тебя большое будущее в спорте. Да ладно, на самом деле я... Есть YouTube-канал у меня. Ты какой канал? Ты что, гонишь? Да не, серьезно. Не, реально, смотри, у меня есть YouTube-канал тут, вот, не, ну, немного, 600 тысяч подписчиков. Ух ты, прикольно. Угу. Но мы все равно можем встретиться, ты мне предлагала, поэтому... Ну, конечно, можем. Ладно, я тогда пойду. Ну, давай. Да. Пока. В следующий раз повезет. В следующий раз повезет. Хорош, я думал про. Вы в защите пришли. Я меня на слон поставил, чтобы я не подлюбал. Давай, давай. Просто. Может, здесь окна просто не закрыты. Продувай, продувай. О! О! Пол. Давай, или нет? Да ты...